Ты готова, мамочки, выбрать какие-то вот цветочки? Такие. Такой будешь брать? Такую одну. Вот такую вот берешь? Такое? А ну. Или нет? Да. Да? Так, хорошо. И такую мы выбрали одну. Короткая, ничего. Нормально. Так, а ну. Смотри, красные маме возьмем. Давай я буду держать, давай. Красные маме возьмем. Такую, смотри, зайчик. Да. Только они на мне старые, вы поняли? Мне на, ну, такие же будут стоять. Вот то почем наверху. Ну, что вы предлагали, да? Нет, ну я вам не такую предлагала, я вам такую предлагала. Такую брал, просто раз хорошо стояла. Почем? По 30 такой можно. А для своих братьев по крови? 25. Беру. Давай завтра вот таких выберем. А ну опустите, она будет вытягивать, какие она берет. А эти нет? Вот это что? Ну это, наверное, к ним или нет? Как вы думаете? Не это знаю, может, как у вас там полет фонтан. А ну выбирай, маме, какие ты будешь брать. Так. Да, выбирай, какие тебе нравятся. Так ты бери побольше, маме ж побольше. Что, и красных маме возьмем тогда или что? И красненьких давайте, вот тех там боковых. Ну, смотри, там красные вообще шикарные, тебе тетя даст сейчас. Эти тоже берем, да. И там красные, смотри. Желтенькую. Желтенькую, разуки, не надо. А, желтенькую давайте. Мы злато, нам годится, давай. Это от злата, значит. А ну, давайте, спустите, она выберет. Ой, не, я не хочу, она очень тяжелая. Я, давайте. Ну, я вам помогу. Проходите. Аккуратно, она очень тяжелая. Клиент, да, только аж вы потом мне ее поставьте. Ну, нормально. Так. А ну, ваточка, выберешь, как и маме? Давай. Дядю пропустите, чтоб дядя прошел. Так, привет. Выбирай, солнышко, какие ты еще возьмешь маме, давай. Ладушка, поворачивайся сюда, смотри, какая ты. Все, давай выбирай. Все? Ну все, а еще какие-то маме возьмешь, цветочка, или хватит? 2, 4, 6, 8, 9 штук. Может еще какой-то нравится тебе? Хватай, ну хорошо. А беленькую дадим туда одну? Ты ж беленькая, Злата. Давай туда беленькую еще. Смотри, у тебя эти беленькие еще есть. Еще одну там дала. Годится? А ну, покажите, ей годится беленькая такая? Да. Да. Еще одну надо. Еще одну надо, да? Беленькую. Сейчас выберем. Какую берешь? Еще одну выбери, какую ты хочешь. Я уже давала. Вот тут вторую беленькую дайте, вот такую. С другой вазы. Вот да. Может быть, вот такую она другого сорта. Она какая лучше стоит? Ну и тогда она просто другого сорта. Да, да, другого сорта. Держу. Не-не, я поделаю. Вот это лучше поставить. Сейчас поставим. Сейчас, скажи, поставим, что нам, да? Зад. Мама будет рада, что ты ей выбрала такой подарок. Отлично. Так, ставьте, а я буду запомнить. Конечно, пройдите. Так. Все, Злата, да? Упаковать мы выбрали туда. У нас нечетное количество. Все. Довольны мы, да? Все, маме понравилось. Поняла, Злата? Длинные не будем резать, да. Там по разным расставим. Там большие две штуки, расставите их по разным вазам. Договорились. Сейчас тетя нам упакует, Злата, красивая будет. Супер. Так, нам сегодня 3 годика. И в честь день рождения маме, это, да, у мамы день рождения сегодня тоже, Злата, правильно? Не только что тебе. Так. Плохо, да, еще говорит? Хорошо, говорит, мы стесняемся. Расскажи тете что-нибудь. Ты в садик ходишь? Да, ходит. А когда нам рассказывать? Да. Что, ты себе еще возьмешь цветов каких-то? Да. А ну иди посмотри, себе что ты возьмешь. Такой возьмешь? А сколько таких цветочков?
Продайте нам цветочков. Какой хотите? Да. Почем? 20 веточков. Веточку давайте. Еще какой-то возьмешь цветочек себе? Такая же одинаковая. Иди сюда, смотри, вот такой беленький. Иди выбери себе каких-нибудь еще цветочков. Беленький берем? Ну еще один надо. А вот смотри, пушистенькие какие, тебе не нравятся такие, Злат? А? А ну иди. Ну давайте эту веточку, давайте, раз мы испортили, возьмем ее. Иди беленький, вот этих пушистеньких возьми себе. Пушистенькие, смотри какие, возьми, купи себе, Злат. Да. Возьмешь, смотри, пушистик. Это лучше будет стоять. Да, она съезжает вся, но лучше вот это. Ну давайте. И один вот такой желтенький. Ага. Там как бы не четное, не четное. Сейчас ну. Посчитаем. И все, давайте. Сколько денег? 4, еще один надо. Давайте. Еще какой Злата берешь? Вот такой еще один. А вот такой есть уже желтый. Ну, давайте. Годится, но мы берем еще. Им понравится. Не нравится. Нет, не надо. Да нам. А ладно, давайте. Там... Мы уже идем. Не обрезаем. Там вот этот красивый, хорошо? Вот этот нон такой красивый, свежий. Ну все, договорились, заверните нам. Это будет тебе букет, а тот маме подарим, правильно? Возьмите молодой чай. Беру. Сейчас дадим. Держи, это маме дадим, да? А, смотри, красиво. Да, а, поменялись тебе розы, да? Да? Держи, Влад, держи, маме дадим. Подержишь? Нет, ну ладно. Да ладно, нам сказали, лучше не подрезать. А ну. Ой, мама, какая будет рада. Вот это маме. Вот это маме, да. А это Злате. Да. Видите, самое красивое, да? Да. Опа. Два две краски, три даже, тут еще одна красная рыночка есть. Красивые. Три красные, да? А желтых сколько? Одна. Одна желтая. Очень красиво. А пахнут? Понюхай, это мама нос вообще заложила. Пахнут? Так чей это букет, мамин или Златин? Мамой, понятно. Общий, значит, понятно. Твой, дочка, мы сейчас вазу поставим красивую, да? И будем любоваться, хотите, да, дочка? Молодец. Сфотографируем.